Всем привет, с вами Марс, и добро пожаловать в мир любителей сталкера и в отдельности мода Мизери. Это новое видео по его установке. Понимаете, просто прошлое видео было не то чтобы заблокировано, а запрещено в нескольких странах, потому что в нем имеется музыка из, не помню, Silent Hill, по-моему. Так вот, это новое видео по установке сталкера. Мы находимся на сайте moddb.com, где находится официальный, так сказать, распространитель мода Мизери. Тут его можно свободно скачать, пообщаться на форуме. И тут подробно написано, как, что, куда устанавливать. Если вы не знакомы с английским, так просто переведите этот сайт через такие браузеры, как Google Chrome или чертовы дери Firefox. Вот. Но дело не в этом. Просто если очень сильно захотеть, можно даже в космос полететь. Найти мод Мизери в интернете не так уж сложно. Является сложным именно его установка и стабильная работа. Поэтому я не советую устанавливать именно с этого сайта. Есть уже готовые сборки, вот такие вот, например, ссылочка будет в описании, тут можно скачать сразу же готовый мод, облегченный мод, именно Мизери, который более-менее работает. Тут все подробненько расписано, тут ничего сложного в установке нету. Единственная проблема в том, ну как бы, это такой небольшой минус, то когда мы будем ставить мод, мы должны точно определиться с классом, либо мы будем снайпером, разведчиком или штурмовиком. В процессе игры поменять мы этого не сможем, к сожалению. Но сталкер — это такая игра, что в руки вы можете взять как снайперку, так и автомат, так и жимой, пистолет-пулемет. Но это сам мод. А еще возникают проблемы с тем, как бы найти более-менее нормальную версию сталкера. Подчеркиваю, для мода Мизери нужна чистая версия сталкера 1.6.0.2. То есть можно скачать его по этой ссылочке, это сайт Tarantino. Ссылка будет тоже в описании. Обычный чистый сталкер, все по сетапу, все простенько. Устанавливайте сталкер, подчеркиваю, если у вас уже стоит на компьютере, или стоял мод Мизери, удаляйте полностью сталкер с компьютера, удаляйте полностью мод Мизери и ставьте сталкер наново. Советую именно поставить вот эту сборку, сборку именно мода с облегченными текстурами, потому что там облегченная нагрузка на процессор, также на видеокарту, намного стали реже вылеты и намного стабильнее стал работать сам мод. Да, там вырезаны там многие способности, там, допустим, о боже мой, вырезаны иконки некоторых персонажей, то есть, допустим, помните, как мы ходили, прошу прощения, в первых сериях видели некоторых сталкеров, которые, ну, там, с вещмешками, с огромными снайперками, там, такое вот, то есть, паки оружия не остались, все это есть, просто упростились текстуры. Да, графика, освещение и все это, которое было перенесено в моде Мизери, сохранилось, потому что мод Мизери, по крайней мере, та компания, которая его разрабатывала, компания разработчиков имею в виду, это в первую очередь графическая модификация, поэтому все ее, как бы, достоинства, та атмосфера, она абсолютно перенесена. Вот так вот. А теперь поподробнее об установке. Вы скачиваете сталкер, устанавливаете его, затем скачиваете облегченный мод, устанавливаете его в таком порядке, как вот здесь написано. И как вы видите, он у меня уже скачан. То есть ставим патч, монтируем образ мода, ставим его, затем выбираем, за кого мы будем играть, потом ставим патч и поверх этого устанавливаем русификатор, не забываем указать, за кого мы будем играть.
все переводится нормально, таких багов с переводом, как было в первых, точнее в ранних версиях, нету, поэтому все как бы полегче. Устанавливаете и играете. Я сейчас играю на этой версии мода, на этой сборке мода, потому что она, мне кажется, самая стабильная, самая хорошая. Но это дело, знаете, на любителя. Плюс еще вам посоветую поскачивать несколько разных версий самого файла Angle. Сейчас покажу вам. Так вот, самого файла Angle. Вот этого вот. То есть есть различные кряки. Эти кряки — это и есть сам файл запуска игры Angle X-Ray 1.6. Вы должны поскачивать несколько штук, потому что именно от этого файла зависит, будет ли вылетать игра. Точнее, она будет вылетать, она по-любому, но насколько часто. Потому что, ну, все-таки мод Misery он еще не доведен до ума, чтобы там кто ни говорил, но у большинства людей оно работает очень и очень паршиво. Так что запасайтесь кряками. Советы по установке я вам дал. Всем спасибо, с вами был Марс. До новых видео, всем пока.